Его снесло. Крызи молодец. А потом же он две забрал вроде. Силы были неравны. Пейте без меня, картошку пойду с ними. Хоть поем целый день. А, картошку. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага... Крыся, будем с тобой вдвоем тьму, да? Или нет? Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Горн, дайте. Я крикнул. Мы идем или не идем? Чего вы под босса повели? С ума сошли? Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Умрет минус 100 кровов. Вообще не давал рулить, если кто будет падать. А, ну минус 100. Азарок, вези меня. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения.
синий дракон. Гери стоит так же, будет ГП получит. Что-то выносит. Танчить обычку. Нет, ты просто не хотел. 51 готовься. Извини, метка, не носите сразу. Ты правильно он танчит? Ну, от лезвия удобнее же бегать, чем за лезвием. Что там? Все нормально, 50. Не спал. Тьма передамаживает в эту ночь. Перебежали, метеорит. Только мне. Пиздец, пиздец. Хорошая тема. Это я на кольцо. Я искал долго кнопку. Пойдем же вторую, да? Да, ну да, сейчас иду. То есть, если некий метит, то все, можно идти.
идти нахуй. Хорошо, отлично. Давно хотел. Ога. Только после АПА я зайду еще на первый. Щелки где-нибудь показывают. Ну что, можно пристом? Холи прист или ШП? С ровом на ШП. Давай пристиком пойдем. Может на ШПшку что срулил. Может нет. Жаль. Надеюсь, сейчас наручу буду. Блин, как я обожаю этого коня со всадником. Блин, вот эта тема, я понимаю. Давай, наверное, хилом, то стрю столько пристов, щиток покидаю, да? Но ролик был на ШП. А сколько у нас следующий РТ, да? Ага, 17:00. Ну, сносите пока, я пока поем нормально. Капец, уже 5 палов, а на первую один пал был. А шаманов сколько? Вон он, трошам еще хил. Один только. Просто 4 было. Соло тьма, сэрдруг был. Идем на переходке, так ты захилишь 23 человека в соло. Свет легко захилить соло, там только танка хилить и все. Припаться, а ты локом не хочешь? Это пару в Африке хочешь, да? Android нету пишет, танков, что... 5 палов и танков нету. Пишет, так что придется войд тебя танчить. Android пишет, что в сове. Не тоже.
охренеть. Быть алхимиком, фласка висит 2 часа, такая экономия. Так вы гляньте, сколько паладинов. По-любому у кого-то хил еще должен быть, кроме пьянки. Ну, фибрилляция пусть нахил. Раз не хочет, на локу заходили. Хриз есть, но он не слабоватенький. Ну нет, тут не тринет на хп. Нет, чтобы пойти по КД Ажил Неруб Гир, там тринка на хп. Испытание чемпиона обычное, там тринка на хп. А еще этот Иван Пулс Хедовара, там тоже тринка на хп падала. 170 к выносливости. Неужели у Маковея нету протопала? Почти фуловый Редрик. У тебя есть, нет Маковей? Там Маковей, по-моему, все есть. Удачи. Нет, осталось 5 слотов. Я могу на кого-нибудь зайти. После склепа у нас уже РТ-25 геру начнется, поэтому это нам не поможет. А че, кто ливнул? Так сейчас у меня тяча. Ну потому и не собран, потому что 35 онлайн не плюсует. Кто остались просто до ГРДД? Походу да. Я зашла. Ты ж меня взял уже. Да плюсанула она, вон она в гильдии плюсанула. Эх, мне бы такую ДК, как у Эндриаги. Да уренечка.
призыв, значит, ждите ответа. Ну а чё в Хиджале? Виталик он висит. Виталик, давай принимай с умом. Чё ты там делаешь в Хиджале? Где-то видел, по-моему, ОС. Короче, два ТЦ и одного пива. Это было весело. Всем привет, кого не видел. Мой Дуласку. Аркан, Ардру. Вижу. В райд бы взять кого-то, кому чешка нужна. То я смотрю, там все 6-3, 6-4. Да тут есть уже, кому чешка нужна, ты не переживай. Кастерская? Кастерская, лишняя. Хорошо. Он пишет. Десармовый. Заходи-ка, Том. Там хрен тут как. Да, жаль, у меня Армса нету. Я бы зашел Армсом, чтобы он под котом поиграл. Почувствовал мой боль. А, ну да, есть там, я точно забыл. Так все равно он что, все равно не котом ДПС дает. У меня тут мана закончилась. Заходи, этот Влад, Африка. Или спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь.
Нету, нету, Роги. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Я как благоразумный приз, пока вы там ходили гуляли, сидел маму пил и половину отрегенил. Да. Бля, локут Олег нужен, крита вообще нету. Не криту, это жок. Там нету уже крита, блин, на шипы мало. Из-за того, что одна шмотка с духом. И плюс. Бир не пойдет. Я как шарик. Я как шарик летаю. Я считаю, это прекрасно. Питер Пен. Винни-Пух тоже мед любит всяких... Ах ты мой сладкий, так что не надо. Да кто не Винни-Пух, кто пародия на Винни-Пуха. А что ты хочешь, когда наркоманы перерисовывали с американского мультика? Конечно, там целый мультсериал был про тигру, Винни-Пуха, малыша Робина. Да, совсем другой. Наоборот, быть не может. Там какой-то Ганс Христиан Андерсен, это, по-моему, швед, но первые нарисовали это американцы, Винни-Пуха. Советский Винни-Пух — это плодотворение наркомании, к сожалению. Я сейчас вам еще один трэш приведу, который вы не надели. Бля, чего вы поняли? Винни-Пух. А я-то за что? Меня-то за что? Спасибо, чувак. Понимаете, что вы сейчас должны бить Савиан, иначе мы умрем. Блять, все в одну сторону, все в одну сторону выбежали, красавы. Или попробую выступление тут снимать.
Звездопад, звездопад. Кому-то не повезет. Да это уже пошло. За ХП, что ли? Могу использовать эту способность. Горите в огне хозяина! Чё там ещё Линканию или туда поедет, не пойдет? Спасибо. Десер, ты заходишь мне? Да ты третьего сильно там долго не поддержишь, тебя прожмет. А, дайте каски, куча павов, касок ноль. Спасибо. И ту лапу дайте. Кстати, интеллекта нету от магов, между прочим. Цирк приехал. Это было страшно. Можно хилить, когда вы слишком далеко вообще стоите от рейда, но это пиздец.
Вот, вот потому в прошлый раз, когда вели у дерева, намного лучше было. Вы сейчас криво повели, и просто вообще до хризи надо было бежать и бежать. Вон, Бессер зашел. Так и умер тот, кто танчил третью копию. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Да нет, до него вообще не доставали хилить вообще. Явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли. Алекс Страза выбрал. Молодцы. Жаль, что придется. Нас убивали с расчетом. Нет, просто вот реально у дерева когда вести, намного удобнее хилон хилить танков. Святилище. Атакой руководит. Слуги! Обратите их в пепел! И более могущество известно. В самом начале я ощутил присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел. КД на ангела. Сейчас здесь проверю, подожди. Все стоит. Рубиновое святилище пало. Я не достарова тьму. Маги, поставьте стол. Я не буду в Десера бафать, слишком долго он был, а уже регов нет. Лимошка прикинул. Убери сундель. Ух ты. Да, он протопал. Он скинул ретрика вроде на холи пал, а протопал вроде у него есть. Нет у него ретрика, у него холи пал и протопал, по-моему. Ебать, чё ли мы нахуй бутылок попал? Вон, слышь, лимошка в танк аспекнулся. Ой, давай ты потом. Да.
что бафать. Бля, я думаю, что так мало дал мне, короче, могу чего, камни чар не активирован был. Пиздец. Сейчас погоди. Я первый танчик. На той стороне. Та же херня, мирика, пошли. Димошка, готовься. Портал перед Морной. Появись, друиды залили манухи вам, спасибо, красавчики. Оставили с 10 команы. Рискованно. Материальность 30. Дайте фингеру святую, ребят. Вот Мегеру давайте. Что отстоит? Блядь, не те наручи упали. Блять, где эта чешка на РДД? Она никогда не падает. Ненавижу. Все. Больше ВРС не надо. Сейчас я посмотрю, сколько робу кину. 34, блядь. Все равно бы не выиграл. Дайте портал. Главное. Сидят, пиваются.
что Гера будет собирать. Да, захожу. Ханта не кикай, я ухну. Надо? Погрузишься? Да.